Привет, друзья! Вы на нашем канале. Если вы еще не подписаны, то следует непременно это исправить. Всем ребятам, вы на нашем канале. Я вас очень люблю. Распаковываем мы тут посылки, едем мел, все живем и рождаем детей. Все именно так. Давай. Подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Все, пока. Ребенок глупости не скажет, так что... Мы проверим. Сегодняшний наш выпуск будет целиком и полностью состоять из распаковки посылок с AliExpress. Правильно? Экспресс этот невозможно. Так, мы будем распаковывать сейчас посылки. Одна у нас там с неудачного дубля разрезана уже Милоном. Там попалась нам вот эта футболка. Но мы ее еще не смотрели. Я прикреплю, как она выглядит на... сайте продавца. Это вот эти ультрамодные футболки с, без рукавов. Как оно называется? С подплечниками. Подплечники. В общем, с ними. Это кому? Это мамочки. Так, погнали дальше. Все, этого достаточно. Мой помощник, мой ассистент. Оу, ты практически угадал. Только тут не трусики, тут топики. Топики. Один. Два. Два. Три. Три, правильно. Наконец-то хоть мать и сына научилась считать. Подожди, еще не подавай. А, это два бюстгальтера. Очень классные. Нет, очень качественные. Подожди. И топ. И топ, топ, топ. Тоже все будет здесь с ссылочками. Потом примерим аккуратно. Чтобы после этого влога у всех были пальцы на месте. У нас лишних пальцев нет. Лишних пальцев нет. О, вот это бомбическая штучка. Даже не хочу вам советовать, прям это, наверное... от сердца отрываю. Это что? Это очки, крутые, мне нужны для... А, я угадал, я угадал. Для ТикТока. Ну, а можно мне одеть? О, это знаете кто? Мне напоминает фильм. Это «Судья Дредд». Помните такой фильм, кто моих годов, 90-х? Это что-то не одно. «Судья Дредд» для ТикТока мне. Это подожди, ты хотел мерить? Ты будешь мерить? Ты будешь судьей Миланом? Да, судьей Миланом. О, судья Милан, хорош. А теперь я плохой. Давай, уголок срезай. Что-то какие-то ножницы у нас не очень. А, вот тут у тебя получилось. Давай. Близко к лицу ножницы не подставляй. Ты что? Как думаешь, ты что? А? Как да. Думаешь, что это? Это, это у нас... Платье. Правильно, платье. Я опять-таки напоминаю, что я распаковываю... Ой. Я опять угадала. Да, ты даже впервые меня... Платье такое классное, летнее, в горох, для отпуска, которого не будет, но тем не менее. Выбрали... А мне классную майку с суперчеловеком-пауком, железную. Это будет в следующем выпуске. Всех какую хотел, зеленую распаковать? Да, ну, давай. Зеленую. О, как у тебя мастерски получается. Всем слабим, рахатукум. Это маечка, наверное. Нет, я думаю, так маечку не упаковывают, сынок. Как думаешь, что тут? Наверное, плавки. Нет, здесь не плавки. Тра-ля-ля-ля. Здесь у нас красивенькие топули. 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 Как у бабушки. Вот такой. Ты меня уже заранее... Как у бабушки. Да, теряет. Милан тут меня уже немножко... А ты мне не порежь, пожалуйста, не трогай без мамы ничего. Озадачила меня, говорит, как у бабушек. Это не как у бабушек, это как у красивых супермам. Слышишь меня? Да, слышу. А ты супермама. А ты как думаешь? Ты леди. Я леди? Ну, тем более для леди самое оно. Для лавандового леди. Цвета какие красивенькие. Теперь Милан не уйдет от лайков. Тихо. Вот тут давай. Ну, давай, ладно. Все, тихо.
Как думаешь, что там? Ой-ой-ой, пришел мне этот наборчик. Я так рада. И это мне пришел такой миленький, такой легенький. Такой прямо мне на мой беременненький пуз. Костюм. Костюм супер леди. Костюм супер леди. Ребенку виднее, аккуратно. И, ну, дальше с примерками, естественно, будет отдельная. Тихо-тихо, ты там не разрежешь мне ничего. Теперь без чего? Без загадок. Без загадок? Какие загадки? Ну, тихо-тихо, ты можешь порезать там уже сам товар. Так разошелся. Тихо-тихо-тихо. Вот тут у нас много всего. Ну вот. От одного продавца. Это у нас такой двойка. Двойка здесь у нас. Футболка. Положи ножницы. Широкого фасона. Такая на меня, на пузатых. И не только на меня. И к ней к этой двойке шортики. Ну, не шортики, они называются велосипедки. Велосипедки. Вот они, вот такие. Блин, они какие-то, они, наверное, будут здоровые. Ну, померяем, посмотрим. И вот такой пояс на футболку. И второй экземпляр был в этой посылке. Это сарафанчик. От одного продавца. Simple, по-моему, называется так. Мило, не волнуйся. Опять мамин сарафан. Потому что мама... Ой, прости, сынок. Девочка, она должна быть какой? Красивый и мальчик. Ну, вот последняя не обязательно точно. Девочка, девочка. Мама будет щеголять. Красивый, легкий, белый, как я люблю. Надя за спиной. О, наверное, моя желтая потерянная посылка. Давай, иди сюда, бегом. Мы что-то потеряли одну посылку, не досчитались. И вот мы ее нашли. Давай ее вскроем, наверное, вскроем. У нее она маленькая. Сейчас найдем ножницы, садись. Ой, блин. Вот, что здесь? Как ты думаешь, для чего этот ремешок? Для чего? Для маминых часов. Для Apple Watch. Вот такой красивенький. Я ее наконец. Мятного цвета такой. Мятно. Желтыми полосочками. Спортивный. Подожди, мамины пальцы. Пальцы бережем. Мамины пальцы. Маме еще работать. Чуть-чуть. Давай. Оп, все. Готово. Садись. Ой. Ну, ты практически угадал в первом видео, когда мы делали. Что это? Трусики, ребята. Правильно, это трусики. Набор из трех пар. Труля-ля. Это для Алекса, наверное. Это для мамочки. Мама эгоистка, все только сидит. Смотри, трусики у тебя не влезет. Ты меня задарил комплиментами. Тапки для бабушки, трусики на маму не налезут. Ну что ж такое-то прямо, а? Ну что, продолжаем. Одну дырочку, а все, теперь дальше подковырни чуть-чуть, вот так, да. Оп. Моя любимая упаковка с AliExpress. Она очень защищает от всех коллабораций в пути. Еще раз режу. Ну давай, вот тут режь. Как правило, в такую запаковывается либо обувь, либо что-то очень хрупкое. Я угадала. Держите меня семеро. Что здесь? Я вспоминаю. Тихо, с ножницами, чтобы ты не упал. Положи ножницы, помогай мне вытащить. Это бомбическое что-то пришло. Ладно, потом поднимем. Оп. Здесь очень хрупкое. Здесь очень красивое. И мамочки, для влогов на горах, для фотосессий. Камешки. Это не только камешки, сынок. Резани мне вот. Это на голову. Это корона. Здравствует Чел Кейт. Да здравствует Чел Кейт. Ребенок ерунды не скажет. Опять ерунда. Ну, я говорю, что не скажешь ерунды, наоборот. Это мне для фотосессии беременной. Это какая мне... Какая ты красивая. Настоящая как королева. Это мне для фотосессии, это мне для моего влога, ТикТока. В общем, погнали дальше. Аккуратно пальцы, аккуратно там материал не порань.
Вообще, я, честно говоря, в шоке, что ты так мастерски справляешься, потому что ножницы от скотча и от упаковки посылок меловых очень тупые. А это у нас пришли. Тише, положи ножницы, не маша, не машай. Не машай, не машай. Это не очки, нет, это не очки. Это упаковки. Это такие ты видел уже у кого-то. У кого, ну-ка вспоминай, у кого такие ты видел похожие? Да, у Насти. Правильно, у твоей тети, у Насти. Только она их купила в 2,5 раза дороже, а мамочка знает, знает, где давай купить дешевле. Один. Сейчас померим. Бежим. Бежим. И в подарочек еще резиночка. О, мимимишка. Мимимишка тут. Мишки, мимимишки. Мишки, мимимишки. Сейчас буду держать, чтобы мы не отрезали. Да, вот тут давай с этой стороны. Вот так, конвертик. Все. Дальше я сама, хорошо? Ты ножницы убери. Оп. Что-то горяченькое. Что это? Как думаешь? Мишки. Погнали. Подожди, мы ничего не режем, положи. Ты должен отгадать, что это. Мама, скажи. Это нижнее белье. Это очень... Нижнее белье. Да, это очень... Не режем уже ничего, не режем. Это очень красивое белье. Очень, очень, очень. И я его долго ждала. Оно такое, такое, такое волшебное. Одевается прямо на сиськи. Это вырежем. Да? Это одевается на сиськи? Да? Дважды вырежем. Да, бэйби, ты. Бэйби. Это из комплекта. Влезет мама сюда? Или это трусы тоже для маленьких? Трусы для мамы. Трусы для мамы. Ну, наконец-то. Грустим, это последнее на сегодня. И что-то слишком хорошо ходишь в образ. Не переигрывай маму. Не переигрывай. Я, кстати, даже не знаю. То есть я там как бы догадывалась, что где-то что-то. А здесь я даже не понимаю, что... О, май гад. Что это? Я это не заказывала. Либо я заказывала, но в каком-то все очень странном виде. Что это? Как я могла тебя забыть, моя прелесть? Прости, не обижайся. Это такая миленькая. Миленькая сумочка. Сюда можно положить ключи от нашей квартиры. Кредитную карту, желательно золотую. И ключи от, наверное, Porsche Cayenne. Ей будет достаточно. Все. Все. Что будем говорить об этом? Наша упаковка подошла к концу. Да. Всем но. У нас должна быть еще примерка на мамочке всего этого добра, да? Да, это подарок. Все, это последняя модель. Все, прощаемся. Пока.